Сегодня, 22 сентября, мы представляем персональную выставку Джильды Оливер. Когда входишь, просто ощущение такое, что вау. Из темноты светится картина. Большой плюс московской галереи 25 кадр, что они занялись художником, который действительно достаточно крепко стоит на рынке. Тем более художником иностранным. В наши дни это редкость. На мой взгляд, самая сильная работа – это сова. Особенно ее сочетание с ароматом, потому что он передает запах леса, в котором эта сова могла бы обитать. Первое впечатление, конечно, очень необычное, что у каждой картины присутствует запах. Еще очень люблю крупные резкие мазки. Не когда прописывают картину во всех деталях, а когда вот так. Мне кажется, это похоже на страсть. As foil, she uses other types of abstracts in her paintings, and I found the work to be very complimentary to the viewing eye. My favorite is the butterfly. Филин, мне кажется, очень такой светлый и позитивный, что сегодня, в общем, такую погоду в Москве редкость, и я надеюсь, он найдет своего хозяина. На самом деле, он уже нашел хозяина. Нашел хозяина? Да, можете поздравить этого замечательного Филина. С моей легкой руки, я уверен. Да.